Начнем с главного. Вывести дошкольные учреждения из режима работы дежурных групп – этот вопрос обсудили на заседании оперативного штаба округа. На сегодняшний день дошкольные учреждения посещают около 9 тысяч малышей. Открыты 640 групп. Окончательное решение будет принято после заключения Роспотребнадзора. Его вынесут на основании эпидемиологической ситуации. Сейчас в округе ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. Об этом свидетельствуют последние данные, которые озвучили специалисты. В реанимации находится 21, госпитализировано за сутки 32 человека, выписано за сутки 29 человек. На амбулаторном лечении находится 1243 человека, из них 41 ребенок бессимптомный. На заседании оперативного штаба округа также отметили, что неделя очного формата обучения прошла спокойно. Всплеска заболеваемости среди школьников и педагогического состава не выявлено. За эту неделю диагноз COVID поставили 17 подросткам. По информации Роспотребнадзора, в учебных учреждениях строго соблюдаются нормы санитарной безопасности. По-прежнему под запретом остаются массовые мероприятия.